В ИТРАУ намерены принять системные меры по борьбе с загрязнением воздуха. В целях благоустройства и озеленения города в 2024 году начнут разбивать ботанический сад. В ближайшие 5 лет экология региона должна улучшиться, пообещал глава области Серик Шапкинов. Для жителей ИТРАУ вопрос экологии один из самых актуальных. Для его решения создан комплексный региональный план на несколько лет вперед. Аким области пообещал, что количество выбросов вредных веществ уменьшится и воздух станет чище. К тому же в рамках регионального плана озеленения планируется высадить 540 тысяч саженцев деревьев. К озеленительным работам привлечены крупные нефтяные компании региона. Кроме того, на прошлой неделе между акиматом Атырауской области и национальной компанией «Казмунайгаз» был заключен меморандум о посадке 10 тысяч саженцев деревьев на территории города Атырау за 3 года. Глава региона назвал 4 фактора, наносящих вред окружающей среде. Основными источниками загрязнения являются площади испарения, тухлая балка и квадрат, полигон бытовых отходов, Атырауский нефтеперерабатывающий завод. Поэтому в отношении испарительных площадок и крупных компаний, наносящих ущерб экологии, будут приняты соответствующие меры. В 2021 году были построены очистные сооружения. В 2023 году будут завершены рекультивационные работы испарительной площадки. По свалке бытового мусора разрабатывается ПСД рекультивации полигона. В 2024 году начнутся работы. Планируется его закрытие. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в прошлом году составил 110,75 тысяч тонн. Это на 29% меньше, чем в 2021 году. Глава региона Серик Шапкенов отметил, что экологическая ситуация области находится в центре внимания акимата. И главная цель – это улучшить качество жизни населения. Нина Шаппо, Елена Досова, Информбюро.